30-летие калмыцкого землячества в Астраханской области и национальный праздник Сагансар широко отметили в городе Астрахань. Любимый праздник весны калмыков объединил представителей разных национальностей, подкрепляя узы дружбы народов на Астраханской земле. Ведь главная цель таких масштабных мероприятий – развитие этнических традиций и популяризация калмыцких национальных культурных идей и обычаев. Огромное количество национальностей, и все живут дружно. Ну, мы знаем, что есть определенный баланс, есть гармония. Вот сам народ, представители этих национальностей, они сами все выстраивают. Наша сила как раз-таки в таком многонациональном единстве. Поэтому хочу выразить слова благодарности руководству Астраханской области, в первую очередь в лице Бабушкина Игоря Юрьевича. Мы с ним большие друзья, и эта взаимная поддержка, она ощущается во многом. Прекрасная новость о том, что мы начнем создавать уникальное место, а именно буддийский храм. Это будет и культурный центр, это будет и общественный центр. Поэтому всему свое время. Вот, мне кажется, время пришло, и руководство Астраханской области наших земляков поддержало, а мы тоже будем рядом и, соответственно, внесем свой вклад в то, чтобы это как можно быстрее и как можно качественнее было реализовано. Единение народов, взаимопонимание и взаимоуважение – ключевые идеи, заложенные в слова почетных гостей, что посетили этот красочный праздник. Вместе с делегацией Калмыкии, возглавляемой руководителем республики, торжественное мероприятие посетил вице-губернатор Астраханской области Олег Князев. В своей речи он отметил богатую историю и культуру калмыцкого народа и ту многолетнюю связь, что объединяет два региона. Семья, и сегодня это доказывает присутствие многих-многих национальностей на нашем, с вами, на вашем калмыцком празднике. Мы бережно хранили традиции, которые достались нам от предков. С огромным уважением относимся к культуре и обычаям всех народов нашей многонациональной семьи, нашей Родины. И, конечно, вместе отмечаем все национальные праздники. Сагансар – один из них, который мы любим, чтим и бережем. Примечательно, что этот год стал юбилейным для общества калмыцкой культуры «Халмык». За три десятилетия общественная организация внесла серьезный вклад в дело сохранения внутренней стабильности в нашем регионе, в развитие и укрепление гуманитарных связей с нашей дружественной Калмыкией. Хочу особенно отметить вашу последовательную работу по нравственному воспитанию подрастающих поколений. И я сегодня вижу в зале много детей, подростков, юношей, девушек, которые стараются соблюдать все те традиции, которые вы приносите в жизнь. Дорогие друзья, искренне желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, добра, любви. Пусть белый месяц принесет в ваши дома мир, любовь и благополучие. Всех вам с праздником, низкий поклон. Областное общество калмыцкой культуры «Халмык» и клуб калмыцкой культуры «Герел» на протяжении 30 лет развивают культуру и традиции калмыцкого народа на Астраханской земле. Ведь сохранение, возрождение и процветание калмыцкой культуры являются их главными задачами. За значительный вклад в этом нелегком деле глава Калмыкии Бату Хасиков присвоил руководителю общества «Халмык» Николаю Эльдяеву звание «Почетный гражданин Калмыкии». Сделано и продолжается эта работа, и думаю, она будет продолжаться всегда для того, чтобы наша культура калмыцкая процветала, чтобы сохранялась, возрождалась и укреплялась. И самое главное, чтобы мы здесь, на Астраханской земле, люди разных национальностей, жили в мире и согласии. Бату Сергеевич, то, что сегодня вы приехали, и то, что сегодня идет такая поддержка калмыцкого общества, это нас обязует еще больше сил приложить для того, чтобы наше общество процветало, чтобы то, что мы поставили цель для себя, для своих близких, чтобы все у нас получалось, и
в этом вам огромное спасибо, Борис Сергеевич. Среди почетных гостей Шадринлама Калмыкии Тензин Чайдак поприветствовал присутствующих и тепло поздравил с праздником весны. В своем слове он призвал астраханцев никогда не забывать о своей культуре, истории, языке, всегда помогать друг другу, независимо от национальности и вероисповедания. От имени Центрального хурула Калмыкии Тензин Чайдак обществу Хальмык преподнес подарок в виде статуэтки Будды Шакьямуни. То, что юбилей вашего сообщества Хальмык 30 лет, это хороший показатель, то, что проживая за пределами Республики Калмыкия, вы все-таки объединяетесь, не забываете и помогаете друг другу, что очень важно, так как старшее поколение, как всегда, должно передавать младшему все традиции, культуру, знания языка, религии младшему поколению, и чтобы они воспитывались в том же духе, как и все наши предки. Также хотелось бы небольшой подарок преподнести вашему сообществу, Николай Сергеевич, не могли бы подойти. Это уже освященная статуэтка Будды Шакьямуни. Как сейчас мне сказали земляки, что астраханское руководство выделило землю на культурный центр, и то, что вы хотите на этой земле также построить хурул, что и вначале хотите построить буддийскую ступу, как раз можете использовать эту статуэтку для закладки будущей буддийской ступы. И также хотелось бы сказать от имени Центрального хурула, что мы поддерживаем своих земляков и всегда будем помогать. И также при строительстве буддийского храма на территории Астраханской области. Здесь, в стенах Государственной филармонии, гости окунулись в многоцветие калмыцкой культуры. Большую экспозицию привезли на праздник мастера из Калмыкии, которые представили предметы интерьера калмыцкого национального быта, войлочные изделия, вышивку, картины. Многие с нетерпением ждали приезда калмыцкой делегации, чтобы в очередной раз насладиться концертом с участием творческих ансамблей и известных исполнителей. Я астраханка, но на каждый год, не каждый год, но когда вы приезжаете, я постоянно посещаю эти концерты и даже записываю все танцы там, все это. Мне очень нравится. Я была в Калмыкии, я была в восторге, и поэтому я прям прибежала сюда. Желаю вам здоровья, благополучия, ну, чтобы все было у всех хорошо. Молодцы вы. Приехала к вам как гостья из Белоруссии, из Минска. Очень рада, что попала на это мероприятие, потому что сама я уроженка Астрахани. Ну, так довелось, что вот приехала через почти 30 лет сюда и попала вот на такое мероприятие. Очень рада, что город растет, расширяется. Многонациональе стало очень, очень большое, я говорю. Ну, вообще все очень нравится, и мне всегда... Я в Белоруссии дружила с диаспорами, практически со всеми, потому что была бухгалтером у них. И поэтому одной из любимых у меня были татарская диаспора, калмыцкая, потому что мне это ближе по моему рождению. Поэтому рада, что попала сюда. Сегодня нам с сестрой очень посчастливилось попасть в нашу астраханскую филармонию по случаю очень знаменательного события – 30-летия нашего общества «Хальмык». Мы очень рады, что в этот весенний день собрались наши земляки, астраханцы, чтобы не забывали своих корней, не забывали своих традиций. Очень радостно видеть здесь и наших лам замечательных. И самое главное, вот это чувство единения, то, что здесь и наши картины нашего замечательного художника Кима Альдаева. Все это очень радует и греет душу. Так что спасибо всем организаторам и прежде всего, конечно, Валентине Лиджиевой, нашему руководителю общества, что всех сплачивает и,
конечно, Николаю Ильдяеву, который всегда был спонсором и остается. Это очень-очень хорошо, что люди, вот это чувство единения и чувство локтя, и чувство корней присутствует. Это очень хорошо. На Астраханской земле на протяжении многих лет в дружбе и согласии живут множество конфессий, и свято чтут традиции всех народностей. Тому подтверждение – калмыцкий праздник встречи весны и 30-летие калмыцкого землячества в Астраханской области.